Guys, welcome to my YouTube channel. Сегодня 1 июня, а это значит, что сегодня мы с Алиной едем на набережную по нашей старой традиции, и я хочу вас взять туда с собой, быстренько завтракать, потому что через полтора часа мне выходить, а у меня еще даже голова мокрая, я не поела, не накрашена, короче, погнали собираться. Короче, basically. What the fuck? Okay, basically. Сейчас я уже накрасилась. Получился такой вот какой-то вот мой повседневный макияж. Да. Сейчас я иду одеваться, потому что через 30 минут не выходить. Так что погнали. А то немножко мы уже опаздываем. Чуть-чуть, совсем капельку. Так то что да. Короче, примерно вот такой вот лук у меня получился. Вот. Рюкзак собран. Спасибо! Короче, я уже вышла на улицу. Сейчас иду к Алине. Точнее, на встречу с Алине, да. Так будет правильно сказать. Мы с ней встречаемся, садимся на автобус и едем на набережную. Вот. Сегодня прям безумно классное настроение. Началось лето, ребята, господи. У меня вообще просто сумасшедшие планы, скажем так, на это лето. Вот. Надеюсь, все это исполнится, все будет классно, все будет супер, так что погнали. Я испугалась, капец. Ты что пугаешься? Я тебе записала голосовое. Выхожу за угол, а то, блин, я не знаю. Мы, короче, приехали, это было безумно сложно. Алина сказала, что мы больше этого автобус не пойдем, потому что мы объехали целый круг. Весь город проехали, я серьезно. Ну ладно, с кем не бывает. Главное, что мы уже у цели. Мы сейчас идем в серф, нашу любимую кофейню, которую мы не изменяем, наверное, год. Просто выпьем Flower Power и будем счастливы. Давай. Всем привет, мы в Ленинском районе. Да, это новая точка наша. Все, мы идем, мы бежим вон туда, вот нам, ну, вот туда. Вот, погнали. Мы решаем, что мы будем брать наши любимые кофейни Swerve. И, короче, сейчас будешь меня снимать, как я захожу в сон. Обязательно. Да, там как бы люди сидят, но мне как бы, знаете, уже настолько плевать. Спасибо. Просто когда... Алин, ты где? Что у тебя, как? Подписывайтесь на ее инстаграм. Ссылка в описании оставлю. Да, мне там пробовать Flower Power. Да, вот, давай. Давай, 3-4. Он божественный. Только надо размешать. У меня сироп тоже пробовал. За хорошее лето. За хорошее лето. Цветочек. Я допивает последние соки из лимонада. Короче, там есть батут, и мы с Алиной сейчас собираемся туда идти. Пойдемте. Мы уже туда идем. Побежала, птица летного полета.
Так, Маша прыгает на батуте, давай. Еще раз. Да? Получилось? Хороший шпагат в воздухе. Кувырок через себя еще. Да, да, да. С Алиной хотим дочапать до KFC. Алина удачу. Алина! Самара, синяя свинца. Счастье вашему дому. Все, Алина, мы мало было. Молодожены! Рада, что мы поженились. Я очень рада. Прикинь, как мы так, знаешь, через... Ну не мы, там просто, там, через 200 лет это вся дорожка так будет запомнила. Блин, прикольно, да. Мороженое какое-то, карусель. Карусель. Ой. Короче, мы с Алиной сейчас зашли в пятерку. Я взяла себе мороженое, Алиса взяла себе воды. Мы чапаем в KFC. Мы надеемся, что мы до него дойдем. Потому что нам безумно жарко, мы обе в джинсах. Я так и знала, что надо было надевать либо платье, либо шорты. Но мама сказала, типа, нет. Гуччи. Обещаю вам, помню же вообще не айс. Да. Мы с Алиной дошли до KFC, но это очень большая очередь. Там безумно большая очередь. Просто, я не знаю. Километр. Этой очереди. Вот, сейчас Алина пошла заказывать, тут буду я. И будем уже кушать. Голова Алины. И тут от нее такая вот очередь, вот так вот она идет. И вон там еще куча. Просто. Не знаю, это трэш какой-то. Где-то она идет с нашим заказом. Она должна прийти, я знаю. Вон она идет, 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 идет королева с нашим заказом. Ну, посмотрите на нее. Ой, спасибо. Это мне. Это тоже мне. Это что-то одно мне. Приятного аппетита. Короче, мы с Алиной решим, куда мы пойдем. Я ей объясняю, куда мы пойдем. Типа, прямо, по прямой и направо. Да. Просто посмотрите, какую классную локацию мы нашли. Тут еще тоже много разных локаций. Вообще просто прекрасно. Мы сейчас ушли с этой локации, идем на вторую локацию. Алина нашла тоже супер классную локацию. Нам идти буквально до нее 5 минут, там плюс-минус. Вот, так что мы чапаем сейчас до нее. На улице немножко стало попрохладнее, что очень классно. Ну, в теньке вообще, на самом деле, класс. Вот, так что погнали. Что нашла женщина? Все зайдет в этом мире. Женщина-огонь, замуж. Короче, ушли с этой локации. Сейчас, Алина, идем уже в сторону нашей остановки. Пойдем уже. Все, это... Мы, короче, поняли, что здесь очень много фотолокаций, которые просто прекрасные, красивые, нереальные. Так что будем сюда приезжать почаще. Понятно. О май гад. Давай. Понятно. Вот. Вот. На самом деле, сейчас цель найти пятерочку и купить воды. Вот, все. Мы доберемся до дома. Мы доберемся до дома. Очень надеюсь. Я просто вчера считала пойти на танцы под песню Rich Boy. Тут. Я думала, я все-таки говорю. Мы сейчас с тобой 1.5 километра дойдем к другой остановке. А оттуда, надеюсь, едем. Вливаем вас в курс дела. Мы пришли вот на эту остановку, вот она сзади меня. Но там перекрыли, и все, и наш автобус просто уезжает к чертикам оттуда. Так что мы идем 1.5 километра до следующей остановки. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем пока. Ладно. Из-за того, что нам чапать 1.5 километра. Ок, да. Даже... Прикреплены. Там мужики плавают. Плавают. Короче, мы с Алиной приехали с набережной 2 часа назад, наверное, даже 3 часа, короче, 9 вечера, я потихоньку буду сейчас уже ложиться спать, потому что я
последнее время стараюсь, точнее, восстанавливать свой режим. Вот. Пытаюсь ложиться до 11. Но вчера, как вы поняли, не получилось, потому что с класса приехал только к часу ночи домой. Но неважно. Вот, хотела с вами немножко поболтать в конце влога. Я не знаю, кто это говорил или нет, я создала свой телеграм-канал, в котором потихоньку начинаю делиться. Точнее, хочу делиться разными полезными фишками про английский, про разные штучки. Вот. Все вы можете найти в моем телеграме, ссылка есть в описании, так что подписывайтесь. Так что да, теперь у меня есть телеграм. Инстаграм я веду, но веду его как лайв, прям, знаете, лайв аккаунт, но тоже ссылочка есть в описании, так что подписывайтесь, не забываем. Вот. Кто еще не знает, я прям усердно начала заниматься английским, я считаю, у меня прям, не знаю, знаете, я рассказывала здесь или нет, я просто не помню, честно. Вот. Мне можете поздравить, у меня теперь уровень B1+. Можно так сказать, что почти B2. По поводу английского я выбрала уже себе его как дополнительный предмет на ОГЭ. Так что потихоньку сейчас, кстати, готовлюсь. Сейчас пока тренируюсь к устной части, потому что, мне кажется, она пока что не самая сложная. Потому что мне кажется, что письменно еще чуть позже можно подготовиться, а к устной надо больше готовиться. Мое ощущение такое. Но пока что у меня есть время. Я готовлюсь пока что к устной, потом буду готовиться к письменной. Вот. Так что да. Ну а с вами была ваша Молли. Все старые Молли. Я вас всех очень сильно люблю. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Давайте пока.